Первая мировая война не рискнула бы разразиться, если бы Толстой был еще жив. Ничуть не преувеличивая, высказался будущий лауреат Нобелевской премии Томас Манн. Толстой был больше, чем писатель. Он воплощал собой мировую совесть, некую этическую инстанцию, которой не стало. Возможно ли представить, что британцы могут забыть о юбилее Шекспира, а итальянцы о Леонардо да Винчи? Год назад, когда весь мир отмечал столетие со дня смерти великого русского писателя, в своем отечестве вместо подобающих масштабных торжеств великий гений был удостоен необычного в такой ситуации титула – экстремист. Суды Ростовской области и Екатеринбурга осудили одно из высказываний Льва Толстого по статье 282 Уголовного кодекса РФ, зачислив тем самым автора в преступники. А вот и основание. Письмо Льва Толстого учителю Дворянскому от 13 декабря 1899 года. Мы так привыкли к этой религиозной лжи, которая окружает нас, что не замечаем всего того ужаса, глупости и жестокости, которыми переполнено учение церкви. Мы не замечаем. Но дети замечают. И души их несправедливо уродуются этим учением. Ведь стоит только ясно понять то, что мы делаем, обучая детей так называемому закону Божию, для того, чтобы ужаснуться на страшное преступление, совершаемое таким обучением. Чистый, невинный, необманутый и еще не обманывающий ребенок приходит к вам, к человеку, пожившему и обладающему или могущему обладать всем знанием, доступным в наше время человечеству, и спрашивает о тех основах, которыми должен человек руководствоваться в этой жизни. И что же мы ему отвечаем? Часто даже не отвечаем, а предваряем его вопросы так, чтобы у него уже был готов внушенный ответ, когда возникает его вопрос. Мы отвечаем ему на эти вопросы грубой, несвязной, часто просто глупой и, главное, жестокой еврейской легендой, которую мы передаем ему или в подлиннике, или еще хуже, своими словами. Мы рассказываем ему, внушая ему, что это святая истина, то, что, как мы знаем, не могло быть и что не имеет для нас никакого смысла, что 6000 лет тому назад какое-то странное дикое существо, которое мы называем Богом, вздумало сотворить мир, сотворило человека, и что человек согрешил, злой Бог наказал его и всех нас за это, потом выкупил у самого себя смертью своего сына, и что наше главное дело состоит в том, чтобы умилостивить этого Бога и избавиться от тех страданий, на которые он обрек нас. Нам кажется, что это ничего и даже полезно ребенку. И мы с удовольствием слушаем, как он повторяет все эти ужасы, не осознавая того страшного переворота, незаметного нам, потому что он духовный, который при этом совершается в душе ребенка. У ребенка есть смутное и верное представление о цели этой жизни, которую он видит в счастье, достигаемом любовным обращением людей. Вместо этого ему говорят, что общая цель жизни есть прихоть самодурного Бога, и что личная цель каждого человека – это избавление себя от заслуженных кем-то наказаний, мучений, которые этот Бог наложил на всех людей. У всякого ребенка есть сознание того, что обязанности человека очень сложны и лежат в области нравственной. Ему говорят вместо этого, что обязанности его лежат преимущественно в слепой вере, в молитвах, произнесении известных слов в известное время, в глотании окрошки вина и хлеба, которая должна представлять кровь и тело Бога,
не говоря уже об иконах, чудесах, безнравственных рассказах Библии, передаваемых как образцы поступков, так же, как и об евангельских чудесах и обо всем безнравственном значении, которое придано евангельской истории. Нам кажется, что это не важно. А между тем, то преподавание так называемого закона Божия детям, которое совершается среди нас, есть самое ужасное преступление, которое можно только представить себе. Истязание, убийство, изнасилование детей – ничто в сравнении с этим преступлением. И потому совершенное равнодушие детей к религиозным вопросам и отрицание всяких религиозных форм без всякой замены каким-либо положительным религиозным учением все-таки несравненно лучше еврейско-церковного обучения хотя бы в самых усовершенствованных формах. Мне кажется, что для всякого человека, понявшего все значение передачи ложного учения за священную истину, не может быть и вопроса о том, что ему делать. Хотя бы он и не имел никаких положительных религиозных убеждений, которые он мог бы передать ребенку. Если я знаю, что обман – обман, то ни при каких обстоятельствах я не могу говорить ребенку, наивно, доверчиво спрашивающему меня, что известный мне обман есть священная истина. Было бы лучше, если бы я мог ответить правдиво на все те вопросы, на которые так лживо отвечает церковь. Но если я и не могу этого, я все-таки не должен выдавать заведомую ложь за истину, несомненно зная, что от того, что я буду держаться истины, ничего, кроме хорошего, произойти не может. Всякий искренний человек знает то хорошее, во имя чего он живет. Пускай он скажет ребенку, или пусть покажет это ему. И он сделает добро и, наверное, не повредит ребенку. Лев Николаевич Толстой на запрос редакции «Верденс Ганг» по поводу его отношения к вопросу о присуждении ему Нобелевской премии прислал следующий ответ. «Я не предполагал отдать духоборам неполученную еще мной премию, но просил не присуждать ее мне и тем не ставить меня в неприятное положение, ибо я все равно откажусь от этой премии, а мой отказ будет неприятен моим наследникам. Я отказываюсь от премии, потому что убежден в безусловном вреде денег». Интересно, какой статьей будет отмечен 200-летний юбилей великого русского писателя?